План строительства больниц и поликлиник расписан вплоть до 2030 года. В эксплуатацию планируется ввести порядка 12 учреждений. Такой масштабный и долгосрочный проект, чтобы, наконец, закрыть вопрос с нехваткой медицинских учреждений, что, безусловно, беспокоит местных жителей. Если говорить о первой такой поликлинике, которая сейчас строится и самая первая будет введена, это, конечно же, поликлиника в пригороде Лесном, в котором мы с губернатором вместе посещали не так давно весной. Это поликлиника на 1000 мест, на 1000 посещений в смену, 500 взрослых, 500 детских, и к концу года она будет в полной готовности.